Мам, иди, что-то хочу показать. Точно посмотри на него. Ну, не нравится он мне. Вот не нравится. Мама, ты его просто не знаешь. Он заботливый, он добрый, с ним очень интересно. Мне с ним хорошо, он веселый. Ну, пожалей же, доча. Ну, нет, нет. Меня, ну пожалуйста. Ну подожди, ну не торопись. Мама, я уже все решила. Доча, ну подожди, солнышко мое. Мама, как ты не поймешь, что я его люблю? Доченька, ну подумай хорошо. Нет, мама. Доча. I just stare into your eyes and realize that there was something missing. Вон отсюда.
Мама, как я долго шла к тебе. Я заблуждалась. Дорогая сестра моя, никах – это вещь очень священная, которую пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел, если одна женщина сделает свой никах без разрешения своих опекунов, это никах недействителен. К сожалению, в данное время очень много такое случается. Это из-за влияния других течений, невнятных разъяснений в исламе, который в данное время появилось, в нынешнее время происходит. А это после того, как дело совершается, ответственность не несут никто. А ислам нас обучает к тому, чтобы мы заключали брак при присутствии своих ответственных людей, родителей или же близких родственников, которые будут в дальнейшем в контроле этого брака. Если же женщина совершит какой-то никах без присутствия родителей или же родственников, или же уважаемого имама того местности, то тогда этот никах считается недействительным. Если мы будем соблюдать такие нормы ислама и обращаться к правильным людям, которые не тайно что-то совершают, а соответственно закону, в рамках закона, который работает в религиозном управлении Казахстана, то тогда, иншаллах, мы не ошибемся.